Вроде 50 Пиздец. человек на сервере. Бля, Рабство а не чё я на нравится. мужика не могу лифо надеть? Могу лифо надеть. Ебать. Почему можешь, да, я задевал тебя. Ебать, красавчик, ёбаный в рот, я. Всё, я так и ходить буду. А выживание за что отвечает, забыл? Так. А чё я не могу? Выживание? Я не знаю, а что это? Выживание. Это внимательность или выживание будет отвечать? Бля, что-то интересное. Честно не скажу. О, зомбак. А ну тыква его нахуй. Блять, что я мажу. Охуеть, а он попадает. Сейчас хуета. Да, похавай тыкву. Сука, дурачок, господи. Ой, а сегодня у него кинули. Такое, пока я не знаю. Вроде неплохо идет. Ух и подло. А, сука. Да сколько ему надо с кулаков, это писец. Я кулаки вообще не прокачал, потому что 100%. По-любому. Так он меня сейчас забьет, мне кажется. Сука, это сколько тебе надо? Где? В зиме, да, появился? Нет. Короче, в D2. Вот D2, да? И вот там, короче, зеленая зонка такая. Посередине. Подожди, я еще не зашел, я так просто просил. Вот, короче, ты просто офигеешь, это карма или че? Прикол такой. Убили? Нет. Я просто появился в зеленой зоне, и вокруг меня зима, если куда не пойдешь. Вот зеленая зона, и везде зима. Так, ты D2, да? О, я в C1, в середине прям. C1, C1, C1. О, класс. Прям в середине. А я в D2, так, где вот эта зеленая зона, и тут лесопилка, короче. А, я понял. Так, и что, мне к тебе идти? Не знаю. Давай, может, на C1 вот этот бункер вот у него? C1 в сторону. Да, куда еще? Блять. А, карта увеличилась, кстати, Z. Видишь, Z появились. А, да, слышишь? Охуенчик, мост, там мосты появились, надо зачекать. Да. Ебать, бункер на C1 и туда. Бункер C1, я не знаю, где. Бункер C1. Чего я тебя слышу? А, вот под рекой, да, в C2? Ветер, что ли, слышу? Да, ведь не. А, чё под рекой? Вот под рекой бункер или где? Не, вот C1, видишь, квадрат? C1. И белая писюлинка такая кверху идет, это же бункер. Ого. Я попробую, короче, сдохнуть. Тебе то есть сейчас наискосяк хлоп, и ты прям, да. Ну, сколько тебе, 15 минут это? Самоубийство. Не, зачем? Ты что делаешь? Да так быстрее будет, мне кажется. Да, подлагивает, как будто так, это кадры как будто помедленнее. Да? Не, на этом сервере у меня лучше. Ну такое. Я ветер так слышу. Да, да тут ладно. Звуки поменяли, зомбаков звуки поменяли, о, сразу говорю. Так, мне надо камни найти. Камни. Блин, можно, короче, так. Я прям так боюсь даже терять. То ли я типа слышу. Блять, это карма какая-то. Бля, я в C3 появился. Да тебе не надо, Булат. Такая разница, у меня ничего нету. Ой, камень другой, их ножик каменный. Вид поменялся. Главное, чтоб не как у Расти, блять. Такой классный раньше лук был. Просто, ну, палка, короче, и тетива. А сейчас сделали хуйню какую-то. Был лук как лук такой, аборигенчика, нормальный, короче. Мне нравился. Ощущение, как будто у меня теперь не 60, а 40 кадров, блядь. Экран выдает. Ну, вообще плывет все, я поворачиваюсь. Угу. Просто, знаешь, как вылетает страница. Я в B1 появился. Блядь.
Погнали этот залутаем завод лучше. В1. Да, около аэропорта. Блин, я же прям возле этого. Ну, давай, что-то, давай побегу Мне вниз. просто туда бежать, вот как бы. Вот так, где Блин. бункер находится, вот я только Мне бы тогда, может, противоположность. соседний город хотя бы, тогда, может, тачку найду. Я в У меня обстрел зеленой есть, да? зоне. Ну да. Давай Блядь, я сюда. направление не понимаю. А, я поставил себе. Прокачал даже. Блядь, не в... у тебя показывает, да? Да. Ну, писец. А как его качать? А ты надо было поставить этот... Забыл, выживание, да? Чуть-чуть. Я просто интеллект все на среднем У поставил, чтобы меня, еще если автомат что, давал. выживание 86. Ну вот соточка будет, будет у тебя. Как раз у тебя будет средний. Тебе прям сейчас чуть-чуть 633 прокачаться. выживание. А шон, а как качать его? Выживание? Да. Блин, вот этого я не помню. Попробуй. Так, подожди. Нет, трудность это присед. Лежа это камуфляж. А выживание. Бля, и Ну, бег не бля, я качал забыл я как. нихуя. А я прокачал только. Интеллект и все. Я прокачал инженерик, воровство Так, белая и тачка, все. интересная, желание. Вау, вау. Кто-то открыл мне. Hello, man. Это ж я. Вот, я от толстого, думаю, бегу. Да? По-любому. Давай, давай, братишка, пробуй, давай, он медленный. А ты быстрый. Сможешь, сможешь, давай, давай, давай. Блядь, сдох. А если я Серьезно? скроюсь? Так, я за кустом. Нет, это слышишь? У всех домов было открыто. Блядь, Стрельба. нихуя не получается. Братан, зомбак, садись, пожалуйста. Вот, так я его въебу сейчас и сбегу. Я вокруг дерева, а сейчас забагу его в дерево. Все, все. Так, давай позаправимся. Нихуя мне сделать не можешь, блядь. А то я ери в дерево дубил. Вот тварь, сука. Сквозь дерево пробежал, блядь. Нормально. Можно у него... О, а если камень взять в руки, как он камнем ебанет его? Ударишь его только. Ну, а как... Ну что, я могу зомбака запускать? Совсем они дерутся, нет? Че это только что было? Давай, иди сюда. Ой, а я застрял в заборе, это нормально, да? Он пробежал. Это нормально. Серьезно? Да. Пиздуйся, я тут нихуя... О, рюкзак нашел. Охуенно, да, только мне зомбаки не дадут выйти с холма. Что, мне ничего нет. Короче. О. Выйди, зайди, попробуй эти прокачанные. Да и все. Ой, я сейчас попробую камень выбежать, взять, короче. И забежать обратно. Давай, давай, дети, камень, камень. Так, мансуй, мансуй. Взял, взял. Слышишь, Хорош, хорош. здесь что-то новое, я это город не помню. Красавчик, ебать. Тогда они ж могли новые эти там Вся подобавлять, пушка, только поисправлять. деревянная, она немножко другая была. Лавочки, слышишь, как все прописали, все это. Вот дверь в церковь открыта. Здесь явно утонула. О, Опачки. А что это они сделали? The давай сюда Rider программу. Red Etet. Это что такое, блядь? Ты что такое, нахуй? Full Faction Crafting Automated Cross
Пов. Хуй его знает. Что это такое? О, крючок! Весло! Беги, чувак, беги! Слышишь, что тут? Это тяжко, блядь. А как так? Они в мешках бегают за мной. В мешках? Сука, 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 сука. Он половину через дерево заложил. Через... Да они вообще какие-то стали неменяемые. Я нарезал тряпку, нарезал рубашку, и мне не надо. О, церковь, тут ружье байка должна быть по-любому. Зомбак, иди нафиг. До свидания. Блять, а тут другой зомбак. Остановила лестница. Это я понимаю, ебать, опасно. Бля, он смог. Падла. Такое. Ты понимаешь, блин. Бля, они что-то сделали, у меня зомбак не так хитует вроде. Ой, я возьму сейчас радио, включу, пусть сбегается нахуй на радио. И ну сейчас его. Мы же какого-то нового зомби придумали. Там нет такого? Не видел. У меня что-то игра стала поплавнее играть. Может, у тебя какая-то обнова там в стиме пошла или что-то качалось, может. О, я нашел Хантер. У меня патронов все равно нет. Стопроцентный хантер. На что поменялось в хантере? Ничего. Это что у нас? А, это дробовичок. Интересно, интересно. В смысле, ты что, дебил, что ли? Я тебе музыку там включил, беги на нее. На новом движке каком-то? Да. Ты про него, по-моему, рассказывал в этом последнем ролике. Ну, чьи-то трусили, да. Ебать, тут зомбаков. Кстати, свои надо тоже снять, да. Я так понимаю, у меня ноутбук нагрелся. И тротлинг начался. Давай, закрывайся, блин. Верстаки, где тут, я не помню. Ой, машина! Там, где машина, да. Братан, ладно. Машина! Машина, у меня ремка есть. Братан, у меня здесь два зомбака, у меня этих сил нет больше. Да. Давай. Я хрена. На тебя. На братанчик. Тебя. На тебя. Починить. Какая, ебать, это женщина сильная, а? Бля, это что за фризил, я не пойму. Да ты не переживай, там же есть этот. Там же целый сервис есть. Что-то как чё раз на... откуда я бегу, там целый сервис. Чё она лагает? Так тут прям эта машина прям зареспилась прям в этом сервисе. А, ну круто. У меня тупо FPS просел, я не пойму чё. О, разлагало. Да, короче, со стороны этого сервиса зайду. А, нет.
Они все за мной бежали. Я ору. Ой, слышу, слышу. Фу, блин, обкакался. Ну тут хоть ебать это. Я по зомбакам попадаю. Это ты, да? Да. Сейчас меня, наверное, зарежут, а? А где они? А, вон бегают, бегают. Бегунцы, блядь. Да. Ебать, выстрел. Бля, ты меня пугаешь. Вещи? Да, да, да. О, ты уже в шлемаке. Да тут куча лута. Пока ты их тогда убегаешь, я тогда убиваю пока ты их тогда тут. А че? О, зомбак, я не понял, сучок. Тело, что ли, не бежит. Ух, все, забил. Ну, а нормальным ножом, да, быстро бывает. Так, создание патронов. Мне нужны. Вот она, эта туча идет, видишь, посмотри на небо. Тара. Ой-ой-ой, прикольно. Есть какая-то страшная, я тебе говорю. Да, 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 прикольно. Но она уходит в ту сторону. Это значит, сейчас ветер будет подниматься. А, походу, да, рандомно, короче, летает. Не знаю, лучше страшно. Ой, я крючок могу сделать. Блять, ну ты падла. А тебе косой. Есть немножко что-то. Блять, металлические трубы просто не мерно. Угу. Вот этот пламя. Я еще порог нашел. Иди сюда вот. Вот это ты дышишь. Он у меня ж это астматик. С детства просто. Все. Так, порох кидаю. Раз, два, а где третий? Огонь, 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 огонь. Вот третий. Все. Я пошел к машине туда. Все. Я пошел. Все? Давай ставь, да. Пошел, пошел. Так, создание. Патрончики. О. 45. Да, да, да. Ты стреляешь? Да, зомбака убил. Ага. Голову, блядь. Так, 30 патронов есть. Я счастливый. Как черт. Так, чё мне не хватает? Я ещё патрончика сделал. Там точно есть заправка. А тут рядом где заправка? Не знаю, хуй вас. Мыся, чё я ехать не могу? Интересно. А, её вытолкать, наверное, надо. Давай толкнем ее. Меня только подпрыгнула. А, она, наверное, забагованная. Тачка забагована. Да, я ехать не могу, она забагованная. Я вот толкаю ее и похер. Ну, хочу сказать, вообще не огонь, да? Прикольно. А ну если толкнуть ее еще. Ой. Блять, взял ее и въебал. Не могу ехать, хоть убей. Вообще я что-нибудь не открываю. Я вообще не открываю. Не. 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 Не.
Торкнуть, я куда-то не прорвать, что-то хоть нужно где-нибудь торкнуть. О, я пойду в 37-й отдел, и что-то не делал. Да, берег день, где-то мне еще говорим. Ох, я тебя берег день, если что-то не делал. Хорошо, выходи, встретим. Ну, еще умная. Ну, блядь, ну давай поедем, братан. Да, забавная тачка, вот она стоит тут, блядь. Сука. Пенсионочка. Машина с человеком. И машина победила. Тихо. Красавчик. Так, самое малое осталось, это выход.
Страдали. Ебануться, полчаса точно, ебать. Поехали. А то я, не могу, я ее потом не включу. Блять, сука. Ебаный в рот. Я выйти могу. Ты тут? Да. Выйдешь с машины? Не могу. В смысле не можешь? В прямом смысле не могу. Заблокировал меня. О, ты летаешь. О, я теперь заблокирован. Сейчас перезаходить надо, короче. Надо перезайти. Я вышел. А, ну, можно перемещать. Так, а машина где? Я же в ней. А, могу я топнуть? Да. Не могу толкнуть. Может, я внутри? Не знаю. О, я знаю, что надо сделать. Топор есть? Взорвать? Да, есть. Дай топор. А, дерево сейчас разрубишь. Давай, прикидывай. Бери. Красава. Взял? Да. Вот ты молодец, а. О, я стою возле тачки. Мне показывает, что я возле тачки стою. Пытаюсь бежать, и я застрял. Да, чтоб она меня не задавила сейчас. О! Еба! Ты ползёшь. Ползу в тачке. На, держи топор. Так. Я ж тебя не задавлю? Подожди. Войти, сейчас я войду. Топор забрал? Нет. Я выкину. Я немного отъеду. А, ты можешь. Тебя лагает, когда я еду или нет? Оп, ты поехал, я подпрыгнул и все, и вылетел его. Блин, вот это лаги начались. Это жестко. Лагает машина, да? Нет. Ну, супер. Так, где тут, я помню, где-то... Короче, блядь, далековато, конечно. Думаю, хватит нам. Да, зомбор. Водобомчик. С4. Водобомчик. А, подожди, мы через этот едем? Ну да, через аэропорт. Ты чё, надо утонуться? Сервер рестарт. Не, надо заправить машину сначала. Класса 3, вообще огонь. Ты видишь, как оно четко светит? Раньше оно не так светило. И ты что, так вообще атмосферненько сейчас? Класс. У тебя машину не дергает, когда я еду, правильно? Нет.
Вообще огонь не нравится, этот сервак не нравится. Видишь, их нет? Нет, да? Огонь, нет их. Давай, я выйду заранее. Оп. А, вон он, вон он. Вон что-то моргает, нет? Где? А, это не тут, что-то другое. Где, не плачь. А ты зачем вышел? Я не выходил. А, все, это... Тут машина лесается. Э, а чё она остановилась? А, на минималках. Смотри, нету топлива, смотри. Прикинь? Как заправить? Нет топлива. Блин, я тебе говорил, надо было канистру брать. Ах, уев. Да, ноль фуил, прикинь. Что делать? Где тут еще и заправка есть? Давай вам сейчас... А тут дальше есть заправка? Вот это дальше города получается. И тогда посмотрим мост. Далее мы не дальше. Доедем, товарищи, у нас а, топлива а, мало. А там уж не будет заправка. Надеюсь. А, слышу, они по-другому бункеры начали отключать. Когда вот на Б3 возле бункера где-то. Так они ну, реку, смотри, справа сделали какую большую. Реку сделали. Да. Почему тебя плохо стал слышать? Потому что мы едем в машине. Блин, надо было эту канистру брать 7% бензина. Ну да, там хоть немножко было. Да, не знаю. Чего, тачка прыгает у тебя? Нет, у меня весь экран плывет. Подожди, попробую без наушников даже. Заканчивается туман, так прикольно. Или что, и начинается туман. Так, я правильно еду? Норст, правильно, Норст. Блядь, мало топляка, братан. Сейчас город приезжает. Вверх, направо пойшли, налево, кстати, стал. Ну, собака, собака. Грозит, класс. Оно так прикольно терек льет. Со звуком так. Да, тут. Бля, чисто пляк закончится. Да, хоть канистра есть какая-то. И вот там, кстати, в гаражах можно было поискать. Да, хамуха сейчас здорово. Блок не ладно. Что там слева светится? А, ДК какая-то. Все. У нас канистры нет, да? В машине. Конечно. Можно набрать в эти в бутылки. У меня бутылки есть. Ну, прикинь, ну 3 метра до заправки просто не хватило. Уверен, что не заправка? Что? 100%, это наша любимая заправка. А давай с тобой... Ой, зомбаки, зомбаки, зомбаки. Брать... Спил. Вот здесь есть бутылки. А в них можно убирать, да? И баночки. Да. Высок, да? Да. Мне что-то фризит так жестоко, я не пойму чего. У меня сейчас просто сейчас, под лах пошел. Зомбаки здесь. И вполне. Так, еще. Блин, бутылка из-под вина, я могу вылить? Да, да, там спил, сплил, сплит есть. Да может мне хватит, а ну сейчас я попробую. А чё мне, ну, литры бензина не хватит доехать? Я не вижу его. О, убью, сука, вот так, домик я выйду, сделаю калибровку экрана, я вообще ничего не вижу.
О, эти люди ставят теперь вообще четко. Я вообще теперь как днем, слышишь, играю. Огонь. О, хорошо сделали. Калибровку делаешь посветлее, вообще все видно. Да ладно, хватило тебе? Ну, Нет, доехать, я думаю, слишком. хватит. Ах, ты откуда ты взялся? Что ж? Ладно. Где-то еще этот смешарик, вон он, вон он, вон. Хорош. Так, перезаряжаюсь, подожди. Я тебя убегаю. Побежал на меня, блядь. Да там. А, я не успеваю. Я взял пистолет. Ёбаный в рот. Тебя задело? Да. Его. Ничего страшного, я в окно просто не успел запрыгнуть. Я нажимаю, а он мне так как лагает, да. Я уже стрелял по нему, то, что я сейчас много раз стрелял, чисто так не было. Жесть. Они так сделали, что и теперь топляк так быстро заканчивается. Жесть, фулочка, братанчик, поехали. Блять, у меня так что-то глючит, не пойму чё. Мне бы девяточками загрузиться бы. Сейчас чпунг зарядить. Не, даже и на полный бак не хватило. Не хватило? Блять, печально. Тяжело идет она. Давай до самого почти конца там будут эти гаражи. Да, в гараж. Впереди будет, блять. Вот справа есть гараж. Ну и вот уже слева тут тоже. где-то, ну где-то с одним входом гараж. Давай, давай. Давай ее спрячем. Сейчас я не могу. Все, выхожу, стой. Ты просто паркуешь, я замки ищу. Угу. Все. Блять, свет. О, ну могу. Нормально сесть могу. Все, тянь. Все. Ворота закрываются. Все. Давай замочку закроем. Закроем машину. И все. Жесть, я кайфую вообще от графончика. Кайф, 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 кайф. Вот это освещение, вот это как дождь идет и лампа светит, вообще кайфово это сделано. Так, в машине у нас, да, два замка в машине есть. Я еще два, короче, итого четыре в машине замка. Так, все, доброй ночи. То есть создать замочек, да, найти?